Госавтоинспекция напоминает основные правила движения в условиях недостаточной видимости. Снижайте скорость. Ваш остановочный путь должен быть меньше расстояния видимости. Увеличьте дистанцию и боковой интервал. Обязательно включите внешние световые приборы, если есть возможность, противотуманные фары и задние противотуманные фонари. Но не забудьте выключить задние противотуманные фонари в ясную погоду, чтобы не ослепить водителей, которые находятся позади вас. Откажитесь от маневров, особенно от обгонов, ведь в тумане сложно адекватно оценить расстояние. Будьте предельно внимательны и осторожны, не отвлекайтесь на гаджеты. Пешеходам в таких условиях важно дополнительно обозначить себя, используя световозвращающие элементы на одежде и своих сумках. Переходите дорогу только по пешеходному переходу, убедившись, что все водители вас заметили и пропускают.